пожалуйста, чье мнение для вас играет самую главную роль? Мнение Паши, мнение вашей мамы, мнение вашего папы, мнение вашей подруги, вашего начальника, может быть, вашего мужа или молодого человека. Чье мнение в вашей жизни играет самую главную роль? Я не зря об этом спрашиваю, потому что клиенты, обращаясь ко мне, очень часто задают вопрос: «Алла, кого мне слушать? Вас, маму, папу, мне вот подруга еще чего-то насоветовала». Мои дорогие, если вы хотите отвечать за все, что происходит в вашей жизни, сами, лично, слушайте в первую очередь свое сердце, свое мнение. Но это мнение должно быть не просто «я хочу» и «мне наплевать на остальных», а пусть ваше мнение будет соблюдать ваши интересы, но и сохранять интересы других. Тогда вам намного проще будет сохранить взаимопонимание с вашими близкими.